как я использую Google Recaptcha у себя на сайте. Вот, я ее, ну, обычно большинство сайтов Recaptcha подгружают сразу на сайт. Вот, у меня же Recaptcha подгружается только в момент, когда пользователь нажимает вот на поле, на это поле. Вот. И из-за этого, из-за того, что вот Recaptcha подгружается только при нажатии на вот это поле, она, ну, Recaptcha загружается, потом прогружается, там устанавливается, и на это тратится очень много ресурсов телефона. Прям телефон подвисает в этот момент. Вот. И поэтому, чтобы вот, если вот человек сразу начнет писать в этот момент, то даже клавиатура будет залипать. Вот. И вот я вот так решил этот вопрос, чтобы, ну, чтобы не было этого зависания, чтобы пользователь как бы не бесился, не нервничал там, не закрыл страницу. Вот для этого я сделал такой ход выполнения загрузки Recaptcha. Вот. Вот нажимает, и тут типа идет инициализация Recaptcha. На самом деле тут отрабатывает сет-интервал с промежутком в 10 миллисекунд, и он просто тупо считает там до 100. Вот, то есть, по идее, в обычном состоянии там этот счетчик отработал бы за секунду, а из-за того, что Recaptcha подгружается, и потом там, не знаю, что она еще делает, короче, сжирает все ресурсы, из-за этого счетчик очень долго считает. И вот как только Recaptcha освобождает ресурсы, счетчик махом завершается до 100, и все. И можно уже спокойно писать без всяких зависаний. А вот если... Сейчас покажу, что будет, если сразу писать, если не дождаться окончания Recaptcha. Вот я сразу пишу, и видите, подвисает. Вот. Так я, в общем, сделал. И забыл сказать, что это я сам придумал. Прям, мне кажется, это гениальная такая идея. Простая и гениальная. Как и я сам.